Thank you.
день бодрый духом оркестр «Уралбэнд» под управлением Александра Павлова. Thank you.
рубрики от оркестра Урал Бенд. А вот сегодня... это вот «Та-да» не будет? Вы... Это другой. Илья обсуждал. Доброе утро, Александр. Я очень рада пересечься наконец-то с вами в эфире, потому что ну такая энергия. Сразу же просто она ощущается. Да посмотри, медь, духовой оркестр, все-таки вот дух, вот он где в прямом смысле этого слова чувствуется мужской такой конкретный это дух. Да. Вот и вы это говорите, да? Скажите, ну откуда этот заряд энергии? Откуда он берется? Вот так рано утро. Вы каждый день так встаете? Ну нет, вообще, конечно, от родителей. Конечно, от родителей, которые... У меня сами очень энергичные, что отец, что мама. Они, в принципе, пышущие энергией. Даже сейчас, достаточно серьезном возрасте. Они очень бодрые. Мама танцует, танцует очень здорово. Хотя а мы видели, как... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Начинается. Поэтому, наверное, во многом от этого, во многом из-за того, что нам это дело привносит в детстве. Вот, ну, наверное, от позитивного настроения, которое присутствовало во мне всю жизнь, и от тех людей, с которыми работаешь. Потому что с этими людьми невозможно спокойно жить вообще. Так что, наверное, в этом есть. Надо держаться правильной компании. Это и правильной да. музыки, и правильной да? музыки, хиты, да. Про музыку. Давайте, да, про музыку. А как составляется репертуар? Я смотрю, в оркестре много молодых ребят. Ну, вот, да. Родион Андрос, Газманов стоит, прям да, вылитый. Да, 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 скажите, да. могут ли ребята привносить какой-то свой репертуар, говорить, вот сейчас нам будет Бенни Бенасси, та-да-да. Ну да, да. Нет, в принципе, на этом-то и строится репертуар любого коллектива. Дело в том, что мы каждый раз, когда заканчиваем очередную программу, думаем про новую. Новую программу. Вот сейчас, видите, мы, обычно мы все такие академические, одеты в разные классические формы одежды. Впервые мы в майках, в джинсах, потому что мы презентуем новый концерт, рок-концерт «Brass and Rock», который состоится 24 октября. Так, в Центре культуры 19 часов. Это будет бомба. Мы такую музыку никогда не играли. Вдруг мы увлеклись этим роком. Нашлись огромные композиции. Вот мы сегодня играем по и быстрые, и медленные, потому что действительно в роковой музыке, в роковых балладах есть своя потрясающая прелесть. И есть потрясающая прелесть в энергетике ICDC, так сказать, Deep Purple, Rolling Stones, и все это. Это нельзя пропустить. И все это будет 24 числа. Всех приглашаем. Там, по-моему, остались последние билеты. И вот мы это вот сейчас презентуем, эту программу. Но в этом году нашему оркестру Урал Бенд 15 лет. Мы, да, в ноябре, 18 ноября. Как бы Урал Бенд сейчас появился на две истории. То есть до апреля этого года это был коллектив, ну, по сути, частный. Это коллектив, не имеющий штатной структуры, в то время он был. И мы выступали на всех площадках, ну, как бы, скажем так... Гремели! По сути, да, не являясь штатным. И вот с 1 апреля мы стали государственным еще к тому же коллективом. Вот, у нас появился определенный статус. Ну, какая-то мелочь. Да не говорить, очень важно. Да, да, да. И вот, но история создания Урал Бенда вот значит, уже 15 лет. Вот, я хотел назвать программу «Снова 15». Мне спрашивают, почему «Снова»? Я говорю, потому что я в штабном, оказывается, отработал в армии 15 лет. И сейчас думаю, боже мой, уже с Урал Бенда 15 лет. Как год-то бегут-то! 15 лет, это хулиганский же возраст. Да. Так, это парень в оркестре. Да, вот девушка, проси у нее, лучше несколько раз на 15, да? Чем все вместе. Так что лучше 15, бац, снова 15, и опять тебе опять 15. Да? Как согласен. Отмечать будете? Ну, традиционно мы отмечаем. Мы музыканты, мы отмечаем все это дело концертом. То есть у нас будет концерт, в котором... Ну, это уже следующий анонс, это уже 18 ноября. Мы постараемся пригласить, так сказать, известных музыкантов, известных дирижеров. Потому что, как правило, да, если ты, скажем так, признан вовне, тогда ты уважаемый человек. Если ты как бы у себя, ну, не очень интересно. А если вовне, ну, тогда да. Вот поэтому про будет много интересных людей, много интересных музыкантов, дирижеров. Про признание извне. В начале 2000-х вы себя отметили в книге рекордов Гиннесса. Прошлись. Да, это все говорят. Единственный оркестр, да, проделавший путь длиной в 1 километр на лыжах, исполняя замечательные пьесы и марш. Так, кто... Как родилась эта идея? Подождите. Там, не я и Слава Толобуев, да? Юра, ты еще участвовал, да? Кто? Поднимите. Да. Руки, пожалуйста. Участвовал. Кто был в этот марафон? Да. А у вас нет микрофона, но вы или так, вас заставили или как? Это ваше было добровольное участие? Все хотели. Мы это хотели сделать.
Хотя, видите, там какая ситуация. Сейчас уже Уралбенд, ну, скажем так, достаточно известный в определенных кругах. Я себе говорю, мы очень известны в кругах духовых музыкантов в России и за рубежом. Вы же делали еще и международные фестивали, да, здесь, в Екатеринбурге. Да, но дело в том, что тогда никто про нас не знал. Вообще никто не знал. Кто такой, какой такой Уралбенд, куда он пошел? Решили прогреметь. Вот, надо было каким-то образом себя заявить. Да. Вот эти рекорды Гиннесса, это была попытка каким-то образом так вот сразу выставить. Ну, не сходу, так достаточно быстро. Ну, а сейчас чудовище уже такое, слушай, устал. Еще необычных условиях приходилось играть? Ой, многие все меня спрашивают, какие ваши рекорды температурные. Как сейчас вот, Паша был, минус 48, да? Минус 48, мы работали в городе Губкинском на новогодних мероприятиях. Мы вылетали буквально на сцену, исполняли одну вещь, внутри кларнета вырастала сосулька, мы тут же убегали, она оттаивала. Вот. Было на высоте 10 тысяч метров, то есть мы летели на самолете из Тольятти, и очень нам понравилось пилот. Давайте сыграем, и мы взяли инструменты и заверили ему в марш. Все выше, тлянта, все выше, там, все выше. Там, там, тарам, нет, там, все тарам, выше. Фильма, да? Сидит, сидит радист, а у него наушники, и он не понимает, что происходит. А мы открыли дверь и марш заиграли. Он такой перепуганный, что случилось там? Ах, увидел нас, это так. А, ну это же эти ребята. Да, 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 за эфиром я узнала одну интересную вещь. Я думала, что в Уралбенде одни мужчины, а нет, все-таки есть у вас девочка. Да, Лерочка, девочка есть, да. Еще а то нас обвиняли, да? Обвиняли в сексизме. Лерочка, дочка прям так. Да, 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 да. Не, не дело в том, что... То есть, если что... Мы девочкам утром даем спать, в отличие от вашего руководства. Вот так вот, поэтому учитесь. Я ухожу к вам. Вот, да, у нас потрясающая девушка. Ну, как-то мы берем себя по профессиональным таким моментам. То есть мне говорят, почему, говорит, там, девочек? Я говорю, ну почему? Потому что играть должна здорово. А она действительно шикарная флейтистка, великолепная саксофонистка, блестящая пианистка, к тому еще и поет. А как ее было не взять? Прекрасно, как не взять, конечно. Просто в Уралбенде это, кстати, очень высокие профессионалы, которые, так сказать, должны уметь все. То есть, если мы сейчас попросим ребят поменяться инструментами, все заиграет точно так же, да? Только лучше. Хорошо. Спасибо вам огромное. Последний раз. Концерт приглашайте. Давайте. Да, друзья мои, 24 сентября, Центр культуры Урал, 19 часов, концерт «Brass and Rock». Это новый эксперимент оркестра «Уралбенд». Поэтому, пожалуйста, приходите. Мне кажется, там уже... И вот мы делаем рекламу, а, по-моему, там уже ничего нет. При желании можем добиться всего. Да. Приходите. И зайти. Спасибо, спасибо вам большое. Огромное. Спасибо. Не прощаемся. Еще у нас впереди. Еще финалочка будет.